Коллеги, мы продолжаем серию интервью с интересными собеседниками. Здравствуйте, представьтесь и представьтесь, пожалуйста, свою компанию. Здравствуйте, меня зовут Андреева Надежда, я представляю Красноярский краевой союз потребительских обществ и наше предприятие ООО «Заготовительно-производственный комплекс КПТФ Союза». Сразу хочется про продукт, потому что выглядит просто потрясающе. Лисичка обыкновенная, папоротник соленый, это же просто здорово. Давайте немножко подробнее. Давайте. Значит, самое главное и самое интересное, наверное, это папоротник. Папоротник в Сибири у нас знают как, в общем-то, такой продукт, скажем, традиционный. Готовим мы из него закуску, готовим мы из него, в принципе, самостоятельно блюдо горячее. Используется у нас хорошо в хорике, все, что касается сибирских традиций, все это идет. Используется очень сильно и часто в восточной кухне, например, в корейской кухне. Есть салаты корейские с папоротником, они идут с морковкой, самостоятельные. Вот такая острая, пикантная штука. Здорово. Лисичка в представлении не нуждается. Давайте расскажем, где ее собирают, как ее упаковывают, как сушат или жарят. Ну, собирается она, вообще вся наша продукция собирается в Красноярском крае. Этот у нас, причем край у нас большой, богатый по части дикоросов. Мы пытаемся собирать ее только в экологически чистых местах. Вот, лисички у нас много, она интересная, она чуть отличается от европейской. Вот, и по своему внешнему виду, и по своим свойствам. Ее любят, в принципе. Вот, и мы теперь можем ее представлять у нас не только в нашем крае, но и за его пределами. Замечательно. И давайте про баночку тоже пару слов. Вижу, что это черемуха. Да, черемуха, протертая сахаром. Она напоминает даже скорее пасту. Причем сейчас мы тоже думаем о том, чтобы ее переименовать уже в пасту из черемухи, потому что, ну, как бы она несколько понятнее потребителя. По сути, это протертая черемуха. Причем в нашей черемухе не чувствуется вот эта вот косточка, которая, ну, вот присущая, в принципе, этому продукту. И у нее интересный вкус, она вот чем-то напоминает, что называется, добавку амаретто. Она хорошо подходит для выпечки, для утра, вот, допустим, мы добавляем ее в каши, на бутерброды. Интересный, замечательный продукт. Здорово. И агентурные данные донесли, что наконец-то вы представлены в московском регионе, и можно вас поскорее купить, не дожидаясь, пока из Красноярска доедет твой папоротничек. Вот с этого года нашу продукцию, причем всю нашу продукцию, не только которая у меня сейчас в руках, а также, допустим, дикоросы, грибы, черемшу, грусть настоящий, сибирский, махровый, все это можно приобрести в Organic Village. Они находятся в Пушкин территориально, и, в принципе, доставку до Москвы, до Петербурга, это все теперь с сегодняшнего дня не проблема. Здорово для нас, простых покупателей. Спасибо вам большое, пожелаем вам удачи на нашей выставке. Спасибо большое.